Всем привет, с вами я Диана, сорян, что давным-давно не снимала видео. И, короче, сейчас я вам кое-что прикольное покажу. Это я купила в Украине. И сразу говорю, я стала анимешником. И это еще раньше можно было понять, но сейчас я начала смотреть аниме. Доказательство. Нам-нам-ропа, школа отчаяния. Смотрите, логика. Вон, видите? Написано на русском. Че? Итак, смотрите. Это манга. Короче, вот, смотрите. Вот это вот. Это все манга. Я, короче, конец не открывала. Главное, зачем? И, короче, я сама научилась читать мангу, когда я эту... Это первая моя манга в жизни. И, короче, когда я дочитала до конца... Смотрите, что было. Инструкция, как читать мангу. За что? Дарили было странно. И еще доказательство. Я скачала Супер Данганронпа 2. Я скачала себе Данганронпа 1 и все. Вот. Кстати, еще. Мои обои. Я в Украине. Да. Я снимала видео. Ладно, мой планшет, короче, сломался на компьютере, я снимала, и он не брал, и оно не качалось просто. Так, смотрите, мы сегодня с мамой скачали мне вторую часть. Я вам только что закачала, поэтому я для вас поставлю. Вы, конечно, ни фиха не поймете. Стоп, что? Ладно, поставлю вам первую часть, вторую, это третья часть, вторую я в интернете смотрю. Второй нету. Это же вторая игра, смотрите, я прочитала, короче, сейчас дословно вам прочитаю. Описание после Измирали Хэн. В раздаче Зетсубу. И для тех, кто не в курсе, сначала смотрим Данганронпа 1, потом играем в Супер Данганронпа 2, дабы понять все лучше. Потом можно смотреть уже Зетсубу Хэн и Миран Хэн вместе. Потому что в этих сериях нет никакого развития персонажей, и она будет показаться просто бесполезной резной незнакомых персонажей. Весь сок происходит в игре Данганронпа 2. А эти серии, по сути, привлекли к сюжету игры. Я скачала эту игру. И я Ямерку себе скачала. Все. Да, я Ямерку скачала. И я теперь играю в нее. Ну, мне еще в Глухаре скачала ее. Короче, вот такая игра. Короче, я вам первую часть поставлю, чтобы вы поняли хотя бы что. Так, я поставлю вторую часть, то есть вторую серию. Релиз предназначен для лиц старше 16 лет. А мне... Частная школа Пика Надежды. Я полным надежд перешел ее порог, но напрасно. В ней я встретил лишь отчаяние. И выбраться из нее всего одна дорога. Убить кого-то, не будучи пойманным. Это любимая моя заставка. Музыка. Поле опровержения. Школа, лишающая надежды. Ладно, пох. Так. Так. Чтоб меня не завалили. Так. Если вы захотите, чтобы я сказала, как называется песня, которую я сейчас поставлю, я вам скажу. Прошло 100 лет. Кстати, следующее видео будет, я буду танцевать. Вик, как получится? Так. Прошло 100 лет.
Под вот эту песню. Я в следующем видео лучше про нее скажу. Вот это я еще знаю. Это начало второй, третьей части. Там из мальчика сделали девочку. Ладно. Короче, ребят, я теперь буду регулярно снимать видео, как по моей возможности. Если кто-то знает, как снимать на компьютере, чтобы экран можно было. Я буду очень благодарна, и я могу снимать теперь летсплей, потому что я скачала Яндерку, Супер Данганронпа 2, Майнкрафт, Супер Данганронпа 1 и 3. Но я буду снимать вторую часть, если у меня получится. И если мне кто-то скажет, как это делать, пожалуйста, в комментариях напишите. И Яндерку буду снимать. Хорошо, классно. Короче, всем пока. С вами я была Диана, и ставьте лайки, пожалуйста, мне и всем пока. Кстати, если вы захотите, то я могу снимать летсплей у меня на любимом подоконничке. У меня здесь срач. Ну, пофиг. Я срачёвый. Потому что я свинка. Короче, всем пока.